Ага. Нафиг, ну, кофеечку попьем нафиг. Кофеек, да. Олег пьет у нас кофе. На ночь глядя. А что ты, давай выдвинем столик. Что ты это? Тогда я не знаю, что. Погоди, погоди, погоди. Стой. Коврик маленький. Давай, давай. Вот, все. Что мы тут эти? Да? Пьем. Пьем, ребята, кофеек. Олег пьет кофеек, я пью чаек. О, холодильник классный. Холодильник, кстати, да, ребята. Заметьте. Холодильник вот. Сейчас Олег закрыл, вообще суперский. На улице у нас, кстати, похолодало, минус 6 градусов. Офигеть. Да. Было 0. Ну на ночь, ну ночью же, ночь как. Ночь, холодно. И вот такая вот, ребята, у нас история. Мы сидим, чаевничаем, грубо говоря, смотрим телевизор, который у нас все время барахлит, тупит. Да, тут трасса получается, Ленинградское шоссе на Питер. Трасса. И когда проезжает фура, то вот он вот так зависает. Поэтому ой. Ничего мы с этим поделать не могем. Ты дура? Не может быть, а точно. А что хотели, кстати, я же тебе про это самое. Про бритье, да? Бриться. Три дня не брился. Условий нету. Условий, не да, душ, не условий души, нету. Нету. Здесь, блин, в Москве условия найти очень, очень завтра сложно. Завтра только, если после погруза, когда поеду, там на трассе тоже только душ найду. Ты видел, после этого погрузить. А здесь вообще ничего нету. Здесь ни, вообще ничего. Ни душа. А, ну если только в ленте, только, ну, мордашку, ну, помыл, да, и все. Да, да. Лицо помыл в ленте, и все. Вот. Сидим, кушаем мандаринчики, вспоминаем Новый год. Кстати, мы их уже доели. Ни хрена, мы их за целый день. А, вчера, да, мы их купили? Вчера начали. Погоди, вчера. Ты их где покупал? А, я вообще... В Геленджике их покупал? Нет, я не в Геленджике, я их в Туле или где там, трасса, ехал и купил. Да, ну мы, то есть, вчера я приехал, нифига, мы пачку съели, классно. Я думал, загниют опять, как обычно. А тут... тебе что, не надо? Не успели. Надо. Не успели, да. Вот что значит. Вдвоем так вдвоем. Нормально. Как напарники мы, короче, да? Как на двух машинах. Да, только на двух машинах. Вот так бы и работать, да, Олег? Да вообще классно было бы. Ну, копейку, даже, конечно, чуть побольше. Пусть даже и на двух машинах, блин, ну... Ездить бы, блин, в одну степь. Да, ездить вот так вот, кататься, блин. Оно взаимовыручка, взаимопомощь, да и не скучно так же. Да, да, да. Все равно интереснее, блин, чем в одинокого. Блин. Не, ну считай. Нет, у тебя вообще вот как бы кабинка мне нравится, она приспособлена, блин. То есть тут все есть, блин, и кровати, и холодильники, и все, вот и интернет, телевизор. У меня же фиатики, то есть пространства мало, блин. То есть там как-то умудряешься, блин, ну, да, матрас постелить, ну там все это. И то тесновато, не то. Хотя она машина маленькая, чем у нее плюс, что маленькая машина, проходимость быстрее идет, блин, везде можно проехать и пройти, блин. Ну да. Ни платонов тебе, ни этих. Ну да, в этом плане это хорошо. Ну, блин, всего чего там не надо, блин. Так, давай вот сюда. Оп. Блин. Не, ну что мы вот так вот, так вот неинтересно. Вот так вот. Опа, во. Нет, пока еще не показывал, внизу, но поверь, все нормально. Каждой машины свои плюсы, свои минусы. Да, вот хорошо. Ты можешь спокойно в Москву заехать сейчас, да? Без проблем. Без проблем. Без проблем. Да, все в порядке. В любой уголок Москвы заедешь. У меня вообще проблем с адаптацией не бывает. Это мой главный знак, видел? Понятно. Везде. Говорю, 5000 рублей. Как у него с адаптацией? Пожалуйста. Зато у тебя здесь как уютно, а у меня, ну, нет. Да. Ну да, в этом минус. Минусы, минусы и плюсы. Каждая машина есть. Каждая машина, поэтому... Каждая машина по-своему хороша, по сути. Каналом дел по поводу Монреаля. У тебя одним, у меня другим. И перспективно, плюс очень ущерб. Поэтому как вдвоем-то проще ездить. Намного, да. А про бритье, да, про бритье, вот я рассказывал Олегу, как я раньше брился, это получается, складывал зеркало пассажирское, ну, обычно водительское, к стеклу, все, брал ведерце там, горячую воду, и вот так вот спокойненько, не торопясь, брился. Ну, опять же, летом, зимой как-то, ну, холодно в машине,
кожа вот эта вот, она же сухая вся. Бриться надо как-то, чтобы распарить. Да, надо распарить. Под душем, да, распариваться. Да, да. Иначе размягче, ты кожу мягче царапаешь, а потом аллергия вот эта вот. Не аллергия. Ну, у каждого свое. Ну да, у каждого по-своему, конечно, но тем не нет, менее. Я предпочитаю, я чтобы тоже. У меня кожа размята. Да, 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 да. Все, после душа я уже начинаю бриться, она помягче идет и сбривает оно получше, блин, чище. Чище как бы это. И аллергии нету раздражения. Да, нету такого, вот именно что. И не она надо там. Шкрябать это. Для чего придумали крем? Как в армии, блин. Да. Не побрился? На тебе полотенцем. И полотенцем иди. Мне делали. Жопа там конкретная она. Чего так они делали? У нас что-то вроде вечер, а с телевизором вообще проблемы какие-то. А давай я его стукнул, будет фиолетовый в крапинку. Ну смотри, что вообще застрял. Завис. Не, надо попробовать другую приставку, я тебе говорю, попробовать. Вот ту. Ту, которая у тебя дома. Да, помощнее, может, она и будет это лучше ловить все, сигнал. Эту мне отдашь. Ну а что ты будешь так смотреть? Я связи с риэлторами. Ну я ж не собираюсь, как бы тут. Ну, кстати, она вот около дороги, когда машины проезжают, она так. А когда стоишь возле завода, не заводы там, вот, то она нормальная, это самое. Она не виснет. Ты же знаешь, в этих делах спешка есть лишняя. Это когда далеко от населенного пункта она виснет. Когда прям ты в населенном пункте, если машины ездят, то она нормальная. Это как любая антенна, знаешь же. Принцип действия любой антенны, поэтому я в этом ничего такого. Она меня как бы устраивает. Это лучше, чем вообще смотреть вот без нее, без этой приставки. Один канал — это максимум, то будет рябить. Будет рябить. А с ней сколько тут? 30 каналов практически ловит. По сути. Правильно? Ну да. Пусть вот так заика, но тем не менее, что-то можно хоть посмотреть. Блин, ну это самое интересное место нафиг. Мы тут уже целый день, ребят, пытаемся выяснить, на чем закончится этот гребаный сериал, блин. Это уже третья часть. Это Санта-Барбара нас уже заколебала. Пока мы ходили за продуктами в магазин, мы пропустили две части. Это сейчас все поменялось, там Санта-Барбара конкретная, поэтому... Ты только что хотел... А фильм называется «Всегда говори всегда». Короче, да. Какой-то такой вот он. Фильмец. Ну, такой... Ты поможешь или нет? Это на любителя. Как он? Ай, дай вспомнить это. Рабыня Изаура, типа рабыня Изаура. Завтра пришлю к тебе риэлтора. Ну, что-то вроде этого. Да, кстати, баранки. Баранки не хочешь? Ну, не хочу. Я с чаем их вообще обожаю. Сейчас кофе допью и в Люлю пойду. Да, Олег будет. Завтра рано вставать, я поеду, блин. Я тоже лягу спать. Спать будешь еще. Блин, ну... А мне вот на погруз. Тебе на погруз. Да. И все, и на Екатеринбург поеду. Ну да. А я не знаю, куда я поеду. Да. А, мне выгрузиться надо. Как ехать? Тут все снегом, блин, четвертые сутки уже снег. Да, падает, четвертые сутки падает. Идет в Москве снег. Ну, дороги-то вроде чистили. Мы сегодня с тобой попали под этот... Когда их чистили. По трассе вроде машины едут, нормально. Ну да. Да нет, трассы они все равно чистят, они ходят. А вот именно где-то там загрузки-выгрузки как раз-таки, вот где в основном не чищено, там буксуют. Я вчера на заправке заправляюсь, впереди фура стоит, вернее, я на заправку заехал, впереди фура стоит, а там ни хрена толком не почищено. Он чтоб он заправился, чтоб тронуться, он там, наверное, мучился минут 5 вперед-назад. Ну я-то не переживаю, я не боюсь. У меня, во-первых, машина легкая, это я тоже не переживаю. Во-вторых, у меня еще шипы. Ну да, у тебя передний привод. Еще передний привод. Вообще, красота. Так что она... Я даже, когда трогаю с места, я на газ не нажимаю, просто... Да, да, ну дизелек, он да, я тоже, кстати. Да, да, и она поехала. А мне тоже что переживать, у меня, считай... Даже одиночка. А если бы я был бы с прицепом, да, я бы... Не, ну у тебя видишь, что у тебя задний привод. Ну, нет, но все равно она трогается, гребет, она саму себя тащит. Сзади прицепа нет, почему фура-то не гребет? Прицеп ее сзади тормозит, вот из-за этого. И еще то, что видишь, он у тебя груженный. Все-таки вес дает на задницу, сцепление идет. Да, да, да. А да. Пустая была? Не, пустая, да, она может забуксовать. Я буксовал, я много где забуксовывал на ней.
тем не менее, пустая она, это, то есть, вернее, груженная, она едет. Судьба проверяет на прочность. Там, наверное, видос уже минут 10. Короче, это, наверное, будет у нас отдельный видос. Такой встреча. Как... И расставание двух земляков друзей. Да, встреча двух земляков. Вот так вот. Сколько мы уже, 6 лет вместе? Да, 6 лет, как начали работать. Да, мы же начали работать еще на хлебе. Ты торты возил, да, я хлеб. Да, 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 да. Угадайте, что? И с того момента вот все вместе. Где-то так. Ну, 6 лет. Потому что я с женой уже 7-й год живу. И да, я потом устроился на хлеб, и мы сытный. С тобой познакомились, и главное, и все, я пошел, полезный. Поехал. А познакомились-то мы как? Данон, культура здорового питания. На заводе. На заводе? На ты заводе. Еще на любой высокой газели-то ездил. Да, я да, уявился, да, работал. Да. А я на хлебе еще тогда работал. А я на Шадрин тогда ездил. Да, 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 я на курган. И так мне посоветовали, говорит, ты автоэлектрик, блин, я тебе все, вау, все, Костя, ты попал. И попал конкретно на 6 лет, блин. Я тогда, это, я как раз, я после автосервиса туда устроился, я работал. Сейчас-то я уже хрен его знает, уже как-то это, отошел от этих дел. Все перевозки, перевозки, машины. Сейчас видишь, сейчас уже не то, сейчас ты работаешь на себя уже, машина твоя. Ни от кого не зависишь. Да, да, да. Это плюс большой. Вот тем не менее, я тоже сейчас хочу. Так же купить. Ты не понимаешь, что мы с тобой. Газель себе, ну. И чисто на себя работаю. Что меня устал на этих дядечек работать, деньги отдаешь. А в карман себе ничего не идет. Очень много денег отдаю. Да. Смысл мне вот работать на дядечку, ремонтировать его же машину, на также пахать на газ и еще, блин. 25% себе иметь, блин. Нет, это вообще, это ни о чем, но ну, надо. Я устал. Короче, а тем более тебе, ну, что у тебя считать? А, дети выращенные, да? Выращенные, выращивать овощи. Ну а как ты это? Вырастил. Ну, вырастил, воспитал детей, да? Замуж повыдавал. Да, замуж повыдавал. Квартиру накупал. Да, все. По идее-то, ну купи свою газельку. Пенсия есть. Да, пенсия есть. Купи свою газельку. И спокойно работай. Надо вот, чтобы банк одобрил кредит. Ну да. Короче. А, хотелось, конечно, лучше новую, но на новую надо первоначальный взнос 300 тысяч. А где их взять? Короче, ребята, кто работает банкиром, кто смотрит это видео, вот этот человек, зовут его Олег, как по батюшке? Неважно. Ну, неважно, ладно. Короче, придет в банк, обязательно ему одобряйте все кредиты. Потому что он хочет начать наработать на себя. Это уже хватит на дядю работать. Отдавать кому-то просто бабки эти. Дядя сидит с карманами, такой, все, у него денежки есть. А Олег работает на него. Нет, это неправильно. Ну что, будем сворачиваться? Да, будем сворачиваться. Пили. Пойдем. Ели. Я сейчас свою люльку эту раскрываю. Ты сказал, будешь здесь. А, да, я... А у меня привычка постоянно, даже если я хочу на низу. Не знаю, у меня что-то здесь. Не, я на низу сегодня буду спать, да. Она жесткая, мне что-то мягко на том спать. Надо на жестком. Для поясницы даже полезнее, на жестком. На этом всем на мягком тоже не очень. Нет, у меня матрас, он как бы не такой сильно мягкий, но и не такой жесткий, такой средний, нормальный. То есть я ложусь, ну да. Если бы. История, как говорится, не терпит условий, но наклонение, а это уже история. Хоть это. Теперь тебе надо думать, я плюс придумал, как из этого вот всего выходить. Да думаю. А поначалу я вообще на этих сидушках спал, блин, мама родная. Вылезал вот такой вот и погибели, блин, не разогнулся, ничего, тут она болит, там болит. А еще рулить, ну, блин. Да, а потом еще рулить. Два рейса так вот делал. Потом на третий рейс, да ну его нафиг. Ну вот это ты, по-моему, пошел, купил поролон, блин, пошел в ателье, сшили мне этот чехол. Состряпали матрас, блин. Сейчас такая красота. Я видеть ее должен. Раз положил. И лежишь, блин. Балдеешь, блин. Ладно, Олег, что, давай тебе счастливо, удачи доехать. Завтра загрузиться. Мы с тобой обязательно завтра созвонимся. Все, давай. Давай, спокойной ночи. И пока.